Саженцы розы канадской парковой же, П. Конил относятся к зимостойкому сорту, который отлично переживает не только зимние, но и весенние морозы. Цвести начинают летом, на кустах высотой в 1,5 метра появляются крупные цветы, диаметр которых достигает 8 сантиметров, цвет бежевый или кремовый, текстура бархатная, аромат тонкий и приятный. Высаживать растения рекомендуется на хорошо освещенных участках сада, для этой цели понадобится плодородная почва с большим содержанием гумуса, дополнительно ее можно подкормить удобрениями. Устойчив к самым распространенным заболеваниям, роза канадская парковая же, П. Конил — это многолетнее растение высотой 100-150 сантиметров. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает роза канадская парковая же, П. Конил в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в лимонно-желтый, махровый, высота 1-1,5 м цвет. Весенняя окраска листочков ярко-зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.